В ходе посещения Севастополя начальник Генерального штаба обороны Итальянской республики адмирал Луиджи Бенелли Ментелли встретился с командующим военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмиралом Юрием Ильиным. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего военного сотрудничества. В переговорах также приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве Итальянской республики полковник Адамео Санторо, представители Генерального штаба обороны Итальянской республики и командования военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Участники встречи возложили венки к памятнику солдатам Сардинского королевства на горе Госфорта. Гости посетили комплекс «Михайловская батарея» Центрального военно-морского музея Украины. Экспозиция комплекса рассказывает не только об истории фортификационных сооружений Севастополя времен Восточной войны, но и позволяет воссоздать атмосферу в городе в период первой обороны Севастополя. С одинаковым интересом гости ознакомились с фрагментами экспозиции, рассказывающими о войнах России, Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства. Комплекс гармонично сочетает элементы Государственного музея и частной коллекции братьев Шереметьевых. Возможно, что во время экскурсии по Михайловской батарее многие из гостей впервые узнали о том, что в драматической атаке легкой кавалерии Англии принимали участие и два офицера-итальянца. На стендах музея экспонируется амуниция, форма, оружие и знаки различия воинов, как защитников города, так и осаждающих Севастополь. После ознакомления с музейной экспозицией начальник Генерального штаба обороны Итальянской республики адмирал Луиджи Бенелли Ментелли сделал запись в книге отзывов почетных гостей. Командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Юрий Ильин пригласил гостей на смотровую площадку над кровлей батареи, откуда открывается замечательный вид на город. Здесь он рассказал о возрождении традиции боя склянок, игры горна и подъема государственного и военно-морского флагов по утрам, о полуденном выстреле сигнальной пушки. Администрация Центрального военно-морского музея Украины вручила памятные подарки итальянским гостям